Сегодня видео из разряда «Заряжаемся быстро и правильно». Коротенький обзорчик. Приехала вот такая вот замечательная штукенция, как всегда, с AliExpress. Значит, это быстрая беспроводная зарядка в автомобиль. Сейчас давайте откроем и посмотрим, что она из себя представляет. Уже она проверена мной. Она реально быстрая зарядка. Кстати, iPhone еще что-то не пробовал, только Samsung. Только Samsung проверено. Значит, Note 9 заряжает вообще без проблем. Действительно быстрая беспроводная зарядка. Давайте посмотрим, что у нас тут нам обещает производитель. Насколько, тут китайский. Насколько я помню, производитель нам обещает 10 ватт беспроводной. Давайте смотреть. Выглядит это примерно вот таким вот образом. И также адаптер питания. Адаптер питания мы сразу вставляем вот сюда. Так. Что мы имеем в итоге? В итоге мы имеем... Тут у нас что-то написано. Сейчас давайте глянем. 12 вольт, выход. 12 вольт, 4 ампера. 12 вольт, 4 ампера. Значит, сразу забегаю вперед, рассказываю. У нее есть активное охлаждение. Внутри стоит кулер. Это вентиляционное отверстие. Так, у нас телефончик вставляется. Обязательно телефон нужно вставлять, чтобы вы понимали, лицом к себе, потому что катушки находятся вот здесь, со стороны USB-портов. Так. И проставочка, то есть если у вас широкий подстаканник, вы можете поставить вот так установить. Если у вас узкий подстаканник, либо под, наоборот большой подбутыльник, вы можете сделать вот так. И он получается вот так вот представляет собой вот такой вот длинный стакан. В зависимости от того, насколько вам удобно и куда вы будете ставить. То есть в большинстве автомобилей, я думаю, что вот эта часть не пригодится. А люди будут использовать вот эту штукенцию. Значит, давайте определимся сразу. Нам нужно померить USB-C и нужно померить выход. Ну, здесь, собственно, мерять не нужно, потому что я уже померил. Здесь 2 ампера он выдает честных. USB-C, я думаю, что тоже выдает честных. Я на всякий случай еще раз проверю. Ну и давайте, наверное, перебазируемся в автомобиль. Сейчас, что у нас снизу? Быстрая беспроводная зарядка. Значит, обещает 10 ватт, 7,5 ватт и 5 ватт. Соответственно, USB выход 2 ампера и USB-C выход тоже 2 ампера. Вот, ну ничего нового мы не услышали, но... Давайте, наверное, перейдем в автомобиль, посмотрим, как это выглядит в машине и попробуем все-таки воткнуть в него телефон, посмотреть, как он будет заряжать. Мне очень интересно, будет ли он заряжать iPhone. Я, честно говоря, еще не пробовал. Поэтому давайте погнали в автомобильчик. Что мы видим на упаковке? На упаковке нам показано, как нам правильно вставлять телефон. Показано, что телефон нужно вставлять спиной к USB портам, потому что катушка находится там с активным охлаждением, QI катушка. И здесь у нас написано, что красивое описание, гарантия, быстрая зарядка, понятно, да? И тут мы имеем спецификации. Ну, спецификации, понятное дело, мы уже о них поговорили. Друзья, переместились мы в машину. Вот сейчас заряжается у нас Galaxy Note 9 по кабелю. Показывает зарядка по кабелю 2 ампера. Ну вот, мы видим, выдает он 1,55. И десяточку сейчас опускаем. Она заряжается ускоренной быстрой зарядкой, беспроводной. И одновременно заряжается у нас Samsung. То есть, честно, USB-C нету, к сожалению, кабеля сейчас, чтобы проверить. Но аппарат работает, причем чувствуется, что включается активное охлаждение внутри. Вот, так что честная зарядка, беспроводная, действительно быстрая, можно покупать.
и даже, наверное, нужно. В стакан помещается шикарно. Вы же помните, можно ее разобрать и укоротить. Ну, собственно, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. Пока. Выдержитесь там.